Приветствую на канале AsmodeePlay. Мы продолжаем играть Max Payne. Давайте. У нас немного есть времени. Так, что у нас за задание? Мне бы найти свой путь к пентхаусу Хорн. Так, понятно. И это никак не обойти. Вот так. И не париться с вами. Вау. Какой подарок вы мне сделали. Ладно. Тут у меня ничего такого нет. Да, и как ни крути, это не обойти. Не обойти. Охренеть. Так. Понятненько. Блин. Первый. Блин, и меня подбили. На. Охренеть. Так. Вот так вот. Блин, опять ни хрена. Да вы что будете делать-то, падла? У кого писюн больше? Да даже не знаю, нахрен, как мне с вами быть. Так, нет. Так. Вот так. Так.
Вот так. Блин. Да ешь, твою мать. Вот так и подобрал, и в накладе не остался, блин, как-то сложно то стало, мать его. Хоть бы что-то мне подарили такое хорошее. А то одни сложности. Так. Ага. Так. Да ё-моё, почему? На! На! Вот так. Ага. Так, теперь минутку, я возьму автоматы этих убитых утырков. Охренеть. А у этого что было, пистолет что ли? Но тем не менее, хоть сколько-то патронов себе восполнил. Ладно. Где? Мы здесь кого-то убивали, нет? Ух ты. Нет. Противоположной стороны. Охренеть. А смысл мне от этого? Thank you.
Блин, а что ты меня так гасишь, то из чего? Вот так. Вон из чего. Хорошо, ты меня трамбовал-то. Нечего сказать. Какие-то скрытые потаенные комнаты, нет? Здесь есть? Секретка, может, какая-то. Ну, вот типа того. Надеюсь, это таблетки. Господи, откуда он прибыл? За углом стоял все это время. Ждал. Так, ладно. Такс. Все. Ни хрена себе. На. Что-то дробовик-то уже не действует, да? У этого повторения-то не будет, да? Ладно. Вон оно, что, Михалыч. Так. Охренеть. Вон оно что. Да, вообще не так. Да не надо вот этого всего. Вот так. Господи. Пополнил. Я-то думал, блин, обратно ползти уже. Так, а мне точно сюда? Экс. Пока неплохо.
Ага. Ага, вот сюда. Мона, неплохо выглядишь. Макс, мы больше не должны так встречаться. В аду наступит холодный день, если я позволю копу остановить меня. Мисс Сакс, сделайте свое дело. Спокойно, Макс. Ты классный парень, а я не убиваю классных парней. А ты совсем так ничего. Это была не та ситуация, когда Хорн хотела смерти Пунчинелло. Чтобы порвать связи с мафией, он заслуживал смерти. То же самое можно сказать и о ней. Она плохая девочка. Сестра нашептывала ей, чтобы она меня прикрывала. Я хорошо знаю вкусы привидений. Они жаждут мести. Привидений. Нет. Убили. Прогремел выстрел, и она медленно осела на пол. Она была неплохой девчонкой, а не хладнокровным убийцей. Теперь она стала хладнокровным трупом. Как религиозные фанатики или преданные самураи, личная армия Хорн шла за мной. Распинался. Так. Ну-ка, давайте-ка. У меня там две таблетки оставалось. Нормально. Так, здоровье поправили, личная армия. Когда лифт опустился, она исчезла. Было много крови, но не было тела. Что-то подсказывало мне, развязка уже близко. В голове никогда не было так прозрачно. Как будто развеялись грозовые облака, и я увидел свет холодных звезд в ночном небе. Едем. Ага, мне еще и как-то уклоняться от этого надо всего. Или что? Понятно. Все с вами ясно. Так. Смотрим, что нам предоставить. Знаешь, о чем я во всех этих классных боевиках? Я имею в виду самое классное. Эй! Ой-ой-ой. И еще один. Так. Ни хрена не так. Ну ладно, я к нему, может быть, и не нужен. Или нужен.
Тем не менее, я его убил. Ладно. Охренеть. Ага. У меня был лифт, ведущий в главное отдел. Там я могу добраться до кодового замка. Спасибо. Ну, спасибо вам. Так. Это мы возьмем потом. У меня был лифт, ведущий в главное отдел. Там я могу добраться до кодового замка. Вот так. С чем вы были? Пустынный орел. Ну, неплохо, неплохо. Ладно. Смотрим. Давайте, по-моему, оружие восстановили. Не смотри так близко, отойди. Охренеть. Я не понимаю, как это должно загасить. А, я не должен его гасить. Я должен умотать вон туда. Вертолет без шифра был ее ручным охранником. Нечеловеческий, безошибочный. Он преследовал меня. Ух ты! Вертолет без шифра был ее ручным охранником. Понятно. Нечеловеческий, безошибочный. Он преследовал меня. Ага, и сам же еще подзорвался. Вертолет без шифра был ее ручным охранником. Нечеловеческий, безошибочный. Он преследовал меня. Куда я должен? Или я охранник, не должен вообще здесь быть? Безошибочный, он преследовал меня. Я не хладнокровный убийца, я нормальный мужик. Я люблю свою жену, у меня пара пацанов, и я ими горжусь. Я просто должен как-то сводить концы с концами. Вот и приходится подвалить. Эй, сволочь, валить, сволочь. Бум. Даже вот так вот.
Ни хрена не так. Этот без шифра был необычным охранником. Нечеловеческий, безошибочный. Он преследовал меня. Вот так. Блин. Такс. Вот так вот. Пока я выигрыше. Так, тут что-то подбить надо, разбить или что? Так, 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 так. Тут пока патроны у меня откуда есть. Надо пользоваться. Что-то надо сделать, да? Чтобы открылась дверь. Или что? Или вот посюда мне надо скакать. Ой-ой-ой. Ну давайте побыстрее. Все понятно с вами. Это хрень какая-то. Нет. Не-не-не. Сейчас мы. Все замки были теперь отключены. Все мыши не работали. Лифт должен был отвезти меня наверх. Вот так. Пустынный орел, тебе не в углу насрать. А, так вот этот лифт заработал. А тут в прошлый раз у них хрена повыбивало, что-то пробка. Ну, те вам закрыты, стоять. Поехали. То вверх, то вниз, куда едем? Вверх или вниз, хрен пойми, еще вертолеты. Так. Высоко, далеко, куда? С этой высоты казалось, что ночь простирается на вечность. Нотка отчаяния завязла в снежной буре. Кау будто надеялась выбраться до того, как все кончится. Охренеть.
Вот так. Взял. Обезболивающего, ладно. Такс. В какую сторону мне надо смотреть? Еще разок. Вот так. А уж как-нибудь с обезболивающим я уж разберусь. Вот она. Взял. Вот их я собрал. Личный компьютер Хорн был включен. У кого принтера лежала стопка дорогой бумаги. Взломав компьютер Хорн, я смог бы добраться до файлов криминальных планов, стратегий завоевания мира, сообщений со шпионских вертолетов, записи скрытых камер, порно из интернета. Что бы ты выбрал? Я бы ничего не выбрал. Насмотрелся сполна. Опять где-то что-то. Это стекло. Ха-ха-ха. Ладно. Глава 8. Боли, страдания. Валькирия должна была быть белокрылой девушкой, которая должна отвезти меня в рай для воинов. Но все это оказалось дорогой прямо в ад. В наркотиках притаился дьявол. Я знал это. Я должен был встретиться с ним. И теперь я собирался убить ее. Королева подземелья, которая пыталась вознестись на небо с помощью заработанных на наркотиках денег. Не вымогать и не давать взятки. Ей лучше знать честь в среди убийц. Мы знаем, кому суждено умереть. Мы оба знали, чем это закончится, болью и страданиями. Все это потому, что твоя жена сунула свой нос туда, куда не следовало. За мной по пятам шли копы. Сирены, казалось, выли в подсознание, и от этого нельзя было избавиться. Хорошо, что ты зашел так далеко, но ты умрешь, когда они приедут сюда. Остановить его! Блин. А, так это стекло, все понял. Это облегчает мне задачу. Ни хрена не так. Вот и все. Лифт на первом этаже. Пришлите прикрытие. Все тщетно. Тратишь время. Смерть твоей жены и дочери была необходима. Неизбежно. Все кончено. Ты уже ничего не изменишь. От вертолета бежать, да? Что, заново, что ли? Лифт на первом этаже. Пришлите прикрытие.
Макс Пейн, все тщетно. Тратишь время. Смерть твоей жены и дочери ну, была давай, необходима. Давай. Неизбежно. Все кончено. Ты уже ничего не изменишь. Блин. Ага, понятненько. Да подождите вы. Блин, а я не могу так сделать, чтобы ни хрена мне... Да ни хрена, подожди. Вот так. Лист на первом этаже, пришлите прикрытие. Вот так. Макс Пейн, все тщетно. Тратишь время. Смерть твоей жены и дочери была необходима. Неизбежно. Все кончено. Ты уже ничего не изменишь. Мимо. Ни хрена себе мимо. Все, улетай. Или я должен пострелять по нему? Ну вот так. Не знаю, надо было стрелять по нему, нет, ну пострелял. Макс Пейн, ты борешься и проигрываешь. Тебе здесь не выжить, ты умрешь. Не сопротивляйся. Облегчи свое участие и свою судьбу. Блин. Давай. Макс Пейн, ты борешься и проигрываешь. Тебе здесь не выжить, ты умрешь. Не сопротивляйся. Облегчи свою участь, прими свою судьбу. Охренеть вы меня. Макс Пейн, ты борешься и проигрываешь. Тебе здесь не выжить, ты умрешь. Не сопротивляйся. Облегчи свою участь, прими свою судьбу. Ты умрешь здесь. Умер. Два раза. За каждым углом, охренеть.
Слишком много боли утоляющих. Нормально теперь. Не так? Понятно. Так, минутку. Бесполезно. Йоу! С одной стороны только перила, да? Пока мимо, мимо. Так, задымился он. Прекрасно. Макс Пейн, признайся, что ты сражаешь против непреодолимой силы. Ты уже проиграл. Ты проиграл. Только смерть избавит тебя от страданий. Прими ее. Сдавайся. Охренеть. Ты че так? Макс Пейн, признайся, что ты сражаешь против непреодолимой силы. Ты уже проиграл. Ты проиграл. Только смерть избавит тебя от страданий. Прими ее, сдавайся. Блин, тяжело вас теперь бить уже. Кольт. Блин, откуда полезет еще? Хрен его. Держим его в северном крыле. Пришлите. Во-во-во-во-во. Ага. Даже вот так вот я бы сказал. Вот так. Мамочка. А куда вы делись? Вот так. Такс. Взял. С
Где? Так. Что здесь? Ничего. Ладно. Блин. А подожди. Как-то это не обойти. Со всеми расправился. Взял. Так, и у меня вот здесь вот были более утоляющие тоже. Внизу. Это мы помним. Где ты? Вот. Все, теперь вот мы заправились полностью. Идем, идем. Что значит нельзя остановить? Вы превосходите его во всех отношениях. Вы лучше натренированы, лучше оснащены. Делайте свою работу. Вы превосходите его во всех отношениях. Вы лучше натренированы, лучше оснащены. Делайте свою работу. Вот так. Вот так. Распрыгался. Что, граната будет? Вот так. Идем за патронами. Вот они. Прекрасно. Это все прекрасно. А, я должен был вот здесь бегать, да, якобы вот так вот. Ладно, понял.
Вот так. Это для тебя. Это я не понял, а ты чё такая злая-то? Я же видел, что попал. Сейчас ветром сдует. Так. А что я должен? Вот эти отхренакать. Первая есть. Уже на борту. Не будем ждать, пока утихнет ветер. Не нравится тебе эта мачта. Блин. Да, как бы мне надо было сохраниться. Теперь мы знаем, как это будет выглядеть. Так. Ну давай, давай. Уже на борту. Не будем ждать, пока утихнет ветер. Не нравится мне эта мачта. Ну так. Взлет через одну минуту. Взлет через 45 секунд. Я 30 секунд до взлета. Должен как-то это все подбить. Сапожки, сапожки, сапожки. Так, а меня расстреляли, ладно. Как понимаю, один лопнул трос, один я. Минуту. Подорвал. Взлет через 45 секунд. Так. Взлета.
А как? Что я должен сделать-то? К взлету готовы. 5, 4, 3, 2, 1. Как-то эта башня должна упасть. Или я должен был спрятаться? Ну-ка, давайте-ка попробую спрятаться. 30 секунд до взлета. Опа! Подстрелил башню. Она еще и падает-то в нужном направлении. А, вот и я, получается, в самом начале игры я стоял-то здесь. Точно! В самом начале игры стоял здесь, это буду знать. А я столько оружия копил, здоровья он берег, таблетки. А оказалось-то. Месть была сладкой. Все они были мертвы. Последний выстрел стал отметкой, которая изменила все. Я убрал палец с курка. И тогда все было кончено. Казалось, что буря поубивала свой пыл. Рваные тучи разошлись, и я увидел звездное небо. Макс Пейн, говорит заместитель начальника полиции Джим Бравура. Здание окружено, бросая на пол оружие и выходи с высокоподнятыми руками. Чуть ближе к небесам. Чуть ближе к ним. Голоса копов казались отдаленными и приглушенными. Стоять, полиция! Стой, где стоишь! Мои видения покинули меня. Далеко внизу огни Нью-Йорка мерцали, словно бриллианты на черном бархате. Мы за тобой неплохо погонялись. Отвезите его в центральный участок. Ты слышал, что он сказал? Там был Воуден. Стоял в толпе среди зевак. Все не закончится до тех пор, пока этого не захочет человек в повязке. И он захочет. Я знаю, что он захочет. Это нужно ему. Воуден ехидно улыбнулся. Это была улыбка победителя. Это же сделал я. Вот так вот друг другу поулыбались. Поздравляем, вы закончили игру Max Payne. Режим игры «Минута Нью-Йорка» открылась для дальнейшей игры. Ну что ж, на этом все. Давайте глянем хотя бы что-то. За «Минута Нью-Йорка». Обучение, новая игра. Беглец. Идите и столкнитесь со следующим вызовом. Завершите этот уровень, чтобы перейти. А, понятно. Ну что ж, ограничение состоит в том, что у вас ограничено время на зачистку каждого уровня. Понятно. На этом все. Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки, оставляйте комментарии. Ну, Max Payne, да. Хорошая игрушка. Рекомендую. Пока.